9 там, до 10:30 спокойно позанимались, полтора часа за глаза. До этого более чем хватит. Вечером, там, после 6 часов вечера, также на улице уже не так жарко, комфортно, солнце так не печет. Пожалуйста, выходите, занимайтесь, присоединяйтесь к нам. Мы так периодически тоже на улице проводим тренировки, и там все желающие могут присоединиться. Это совершенно бесплатно. Победители и призеры получают грамоты, медали, кубки, ну и ценные подарки. В частности, если это волейбол, то у нас за первое место профессиональный волейбольный мяч. Для детишек, соответственно, сертификаты в детский магазин, а для взрослых сертификаты в спортивный магазин.